Зато дочке уже, блядь, 12 лет. Всем привет, ребят, с вами Санёк. Приветика. У нас сегодня очень плохая погода, не планировал сегодня снимать видосик. Погода, конечно. Но целую неделю видео теперь не будет. Приходится снимать. Отсниму вам еще сегодня. Сейчас будем травиться. Сейчас будем травиться, да. Здорово, с подписчиками, Санёк. Здоровенько, всем балы. Всем балы. Короче, ребята, у нас сегодня будет задание. Выпить вот такую бутылочку пива, бочечку, на время. Но он за два раза говорит, что выпьет. И выкурить сигарету тоже. Сначала мне самую тяжёлую посмотрим, за сколько он ее выкурит. Я сегодня в интернете смотрел, за 32 секунды выкуривали. Ну, посмотрим, за сколько Санёк выкурит. Ты на корочке садишься, да? Тебе так удобнее? Да, это постоянно. А ты заметил, наверное, уже. Ты сколько куришь, Санёк, давно уже? Блин. Ну, сколько? Лет 20 уже курю её. Ну, сейчас, мне кажется... Не, ну я бросал, я 3 года не курил, нахуй. Потом опять с Алисой познакомился. Ты только нахуй, скажи, как ты будешь курить, сейчас вот сейчас, поджигай, сейчас. Затягивайся, чтобы это. И я засеку на время, посмотрим, за сколько ты выкуришь сигарету. Ребята, у нас сегодня очень плохая погода, идет дождик, вообще невозможно снимать. Я сегодня хотел... думаешь, лучше? Да, я вообще сегодня не хотел с тобой видосы снимать. Хотел другое видео отснять, там про готовку еды, но теперь, скорее всего, в следующий раз. Да? Да. Кстати, готовить умею. Ну потом придумаем что-нибудь с тобой. Все, давай, засекай время. Так, вот, давай как раз 30 секунд. Поехали. Ну, а поехали. У тебя зажигалка еще. Ну ладно, поджигай. Да ну нахуй, ебаный рот. Вот подъёбка, блядь. Ой, что, нечем зажечь, что ли? Она у тебя вообще работает? Я не ту взял, сука. Что, нет зажигалки у тебя? Заебись. Ну тогда иди покупай. Вот столько понять, телефон. Блядь. Нету? Сука, она ничего. Да, она вообще не работает. Ну кремень нахуй выскочил. Блядь. Ну давай, рано. Ладно, ребят, сейчас, короче, пойдет, зажигалку купит, и я подключу. Заебись, давай, дуй, я тебя тогда тут подожду. Ну, конечно, купи. Пиво-то можешь закрыть пока, или что? То выдохнется там. Да и что она выдохнется, короче. Там, чтобы туда никто не залетел, нахуй. Такой вот пивасик. А, кстати, бачок полтора литра. Сколько? Полторашка, прикинь. Заебись. Вон напишет. А что такое это? Какой-то маленький. Я думал, литра, нахуй, блядь. Ладно. Ладно, ребят, человек пойдет купит зажигалку и включусь уже. Какая же тут грязь, это просто жесть. Ребята, взяли мы зажигалку, вот. Надыбали. Такая вот тут грязь. Жесть. Ты где сейчас валялся? Ты весь черный, грязный, Санек. Ты мне уже Симонов сказал, соседка нахуй. Да ебаный, вот это пиздец какой-то. Ладно, мы тебя к зиме приоденем. А, думаешь? Знаю, что мне думать. Так, ну что? Все, давай сжигал. Погнали, смотри, ну ты мне потом отдашь, это хорошо сжигал. Отдам, отдам, отдам. Засекай. Сейчас. Давай. Рано еще тоже. Блин, опять что ли? Блять. Не горит, что ли, опять? Сука, пока прикуришь, быстрее нахуй сдохнись и нахуй. Ребята, кто вот не понял, короче, на время, как это, насколько выпить сигарету? Все, давай, засек. Тебе надо, чем быстрее, тем лучше, совет. Дымишь, как паровоз, блядь. 17 секунд прошло. Двадцать секунд прошло. Блять, ты за 40 секунд его выкрыл. 30 прошло.
Ну да, фильтр я не буду, но... Ну да, давайте. Короче, за 40 секунд выиграл, молодец. Все, красавчик. Ну что, скажи? Курил на время так вот? На время не, первый раз, нахуй, такая хуйня. Ну за 40 секунд, короче, сигарету куришь. Ебать, дура. Аж штука по шарам ебанула, нахуй. За 20 срабов? Чего? Фига охуел, сейчас подожди, блядь, сейчас мне пикач надо ебануть. Я смотрел это, люди за один затяг делают. Я раньше так делал. За один затяг? За две. Ну за две, а за один срабо? За один я не пробовал, за два делал. За два делал, да? Два тяга, но сигареты нет нихуя. Ну раньше сигареты другие были, блядь, ёпта. А еще можешь так сейчас на видос? Вторую еще ебану, сейчас дай мне пиво, сейчас подожди. Так, ребята, сейчас он, короче, выдает пивасик и посмотрим, как вторую сигарету. Ну сигарет. Не всю, ты что здесь, блядь, ты сказал, что полтора литра тем более надо. Ну мы думали, что здесь бочонки литр. Ну давай вот, сколько осилишь? За два раза. Тебе, короче, условие только два раза, Санек, стоишь, перекурить. Вот дуешь. Блин, уже полбочонки почти нет. Трясет тебя всего полбочонка. Я тебе могу сказать, что ты секунд за 10 его полбутылки. Че, давай следующий сигарет. Сейчас подожди, ты что хочешь весь кочурился нам? Посмотрим, короче, это, Санек, побьешь ты свой рекорд, это, ну, рекорд, который сейчас вот делал. Ой. Смотри, не упади тут. Тебя нести некому. О, у тебя даже кепка монстр, как у этого. На картачке. Ну пальцы расставь в сторону, Санёк. Как блатной. Ой. За две сишки надо, Санёк. Не осилишь? Да, ну да, попробуешь хотя бы. Только не упади. Вот я чуть, блядь, боюсь, нахуй, блядь. Сейчас еще, блядь, тряханет, нахуй, ёпта, блядь. Это ты что делаешь? Чтобы быстрее, типа, было? Это матерый уже. На опыте уже смотрю. Тебе надо было беломор купить. Охуел совсем, я бы точно бы заебался. Блин, точно упал бы нахуй, как, блядь. Ну погоди, нахуй, ебану. Ой, блядь. Давай, Санек, за один затяг. Подожди, я ж не прокурил даже, ебану, подожди, блядь. Блин, вообще жесть. Блядь, надо было до магазина все-таки дойти, нахуй. Че, не горит, что ли? Она зажигается хоть? Или тухнет? Да нихуя, блядь, тухнет, ёфт, там газа нет, нихуя, блядь. Ближе, ближе, о, все, хорош. Красавчик. Как давай, жиг, ну, давай, зажигалка. Поехали. Поехали. Чё-то, наверное, было за два затяга. А, ты хочешь рекорд побить? Ну давай. Десять секунд прошло. Так не упади, нахуй. 20 прошло. Давай, давай, рекорд, Санёк должен побить свой. 25. 30 секунд прошло. Давай, давай, быстрее, Саня! Ну, 40 секунд так же. Ну ладно, короче. За 40 секунд. Ребята, кто... нахуй. Ну как ощущение? Сейчас посинею весь нахуй, ебану. Ребята, короче, это. Давай, Санек, пивандопол еще допивай. И все, будешь касаться. Подожди, дай мне одушаться, ты ёпта. Блин, так быстро все, конечно, происходит. Это, ребята, кто бы выкрыл быстрее, напишите в комментариях. Просто интересно, кто
пока курит. Лучше не курить, бросайте, ребята. Не, ну прикольно вот так вот, если кто курит, узнать, за какое время выкурили бы сигарету. А так-то вообще, да, лучше не курите. Хуёв, привычка нахуй. Самик просто уже курит. Сколько ты, Самик, куришь-то уже? Лет 20. Лет 20? 20 лет уже курит просто. Ну, блядь, ну не так же нахуй, ёбану. Бля, ну литр ебанул, ну и мы, давай, перекури, да, тебе надо будет допить, короче, сами. Ну, блядь, я думал литр нахуй взять. Ну, блядь, не, ну давай покурим, ты это. Не, я курить тоже не хочу, нахуй. Давай сейчас 3 штуки, Санёк. Не, ты чё, бля, я точно сейчас упаду нахуй. Ой, бля. Ладно. Давай вот. Пока покурим. Ну ты встань пока, чё ты сидишь-то? Мне так проще, бля. Расскажи. Если я встану, ещё ебанусь нахуй. Расскажи хоть, чё вчера делал-то? Свою провожал нахуй. Свою? А. Это которая в тот раз была или которая другая уже? Они же, у них же мужики есть, что ты свою называешь. Кто у них есть, блядь? Да и сам говорил, что у него дохуя мужиков. Да только двое. Я, блядь, я и с кем он живет, все. Съебись, хоть свою провожал. Да сколько уже, я еще двое. Ой, бля. Кому провожал ты? Тому мужику. Да. Он ее хоть любит, тоже там это. Любит, блядь. Он травил на меня, нахуй, блядь, вчера, нахуй, блядь, людей, нахуй, блядь. А он знает, что у нее еще ты-то есть? Конечно, знает ты. Хуяло, блядь. Ну, свежка семья, ёба, народ. Понятно, у вас там. Ой, блядь, жесть. Ой, блядь. Че, Санек, давай, может, это? Что-нибудь с тобой приготовим как-нибудь на видосе? Давай. Че готовить-то умеешь? Все, ой, блядь, был еще готовить, нахуй. Ребята, я хотел для вас сегодня отснять видос. Короче, как можно готовить, если, к примеру, у вас ничего под рукой нету вообще. Не, ну подожди, если дома готовить, то, блядь, да мне предупредить надо сначала. Да не дома, не дома, на улице. Ну, если такая погода будет, блядь, что здесь приготовишь там? Не, ну я офигенный метод знаю, вот я сегодня хотел отснять. Просто ты мне сегодня позвонил. Может быть, даже что-нибудь получится снять, не знаю, посмотрим. Если будет желание. Теперь, Санек, это. До следующих выходных. Если будет, конечно, возможность, я постараюсь. Ну, сам зъякнешь нафиг, блин. Да, я тебе позвоню. Будет время свободно позвонить. Я один купил. Такой вот здесь срач. Мне, кстати, этот парень писал, надо вам челлендж сделать на время, короче. Здесь опять мусор убрать. Да заебись его и все убирать там. Если уберешься, нахуй, за день, за два, нахуй, или на следующий день. Ну, конечно, да мы в тот раз убирались уже, я думаю, смысла нет. Здесь смысла, нахуй, блядь, никакого не будет. Если из таких все живут, нахуй, блядь, распиздяй. О, срач какой, смотрите. Тут же, а тут должны вообще дворники убираться, тут должны? А. Не? Райповская зона? А. Понятно. А им до пизды, нахуй, вот они вот около себя машин, нахуй, убирают, нахуй. Понятно. Ну давай, я ценник пивандопал, чё? Сейчас, подожди, ты, блядь, ты хочешь, чтобы я, блядь, точно окочурился, нахуй, ёбать. Давай, может, ещё сигарет? Не, нахуй. Это я накурился уже, блядь. Фу, блядь. Фу, блядь. Давай, Санчес. За ВДВ, поехали. Не, я в ОБМО служил. А, понятно. Один батальон материального обеспечения. Мы поняли, давай. Покажи, как там учат пивандопалы пить. Не, лучше присесть, но. Мы там пиво не пили. А что пили? Спирт. Спирт? У меня вместо воды фляжки, но, бля, спирт постоянно был. А где спирт-то брали? Покупали? Ты что, охренелся, слушай? А, я тебе сейчас все сдам, нахуй. Не. Там 200 литров нас, бля, бочками привозили, нахуй, на заправку, бля. Может, не спирт был, ёб. Может, бензин был.
спирит, с ней спирит техничка. От него, блядь, отрыжка пиздец, как будто резину нахуй сожрал, нахуй. Ой, блядь. Почти допил, Санчес. Фигня вообще осталась там, тебе на два гладка. Давай, отрыжка, блядь. Ой, блядь. А тебе так Женёк-то в гости, Игорёк, вернее, в гости заходит, там сидите? Редко. Редко, да? А ты к нему ходишь? А ходим ходить, нахуй. Там, блядь, сосед дверь закрывает металлическую входную, нахуй. Ну, блядь, к нему хуй пройдёшь, нахуй. А как он проходит? А там сосед его не выгоняет? А у него ключ есть, нахуй. Выгоняет. Ты чё, он пиздил сколько раз, нахуй. Сосед его? За чё? А что, блядь, тараканы, нахуй, блядь. Ходит с троем, нахуй, блядь. С одной квартиры к нему нахуй хуярит, нахуй. Ой, бля, жесть. Там ты соседа не видел, блядь. Это как нас троих собрать нахуй вот так вот, да, если, блядь. Вот он такой сосед, блядь, ебаный в рот. Блядь. Толстый или такой здоровый? Крутой, такой здоровый, нахуй. Блядь. Накачан? Да. Да гоблин, блядь. Смотри, я там видос посмотрю, что ты его гоблином называешь, пизды тебе. Блядь, дурак, я и забыл, ладно. Сосед, ладно, если что, не трогай Санька, он наш, короче. Я надеюсь, в эту хрень не залазит. Красавчик. Ну ладно, ребят, сейчас вот это я выкину. Сейчас мимо пойду мусорку выкину. Я тебе могу сказать, что даже люди из полиции со ступина смотрят. Мне похуй, ёпта. Привет, там не хочешь передать? Баратаны, нахуй, привет вам. Операм, нахуй, блин, всем. Ладно, ребята, короче, Санёк сегодня... Задание справился, задание было прикольное. Если прикольно, поставьте лайк, все ссылки будут в описании под этим видео. Да, блядь, только здоровье, блядь, что-то хуёво становится, нахуй. Ну и вообще пишите комментарии, мне интересно ваше мнение по поводу всяких вот этих, которые я снимаю видосик. Сейчас давай минут 5 посидим, сейчас болтаем, блядь. Погода ужас, вообще жесть просто. Не, блядь, сука, я думаю, это литр, блядь. Я тоже думал, что это литр, а это полторашка, прикинь. Мы с тобой бутылку брали полторашку, она большая была какая-то, да, или какая-то маленькая. Блять, не проболеваться, блин. Ну чё, Санёк? Ой. Это не твои штаны-то лежат? Да, я здесь потерял. Ой, блин. Бля, хоть одну радует, нахуй, бля, я рядом живу, ебаный. Ну чё, хоть скажи хоть что-нибудь интересное. Ну я тебе не Игорь, нахуй, я анекдоты не могу рассказывать, нихуя, ёпта, блядь. Подписчикам что-нибудь скажи, там чё. Подписчикам, блядь. Ну всем привет, нахуй, так больше, так вот, сами не делайте, нифига, блядь. Не курите по 40 секунд, там, к сигарету, блядь, и не выпивайте, блядь, 1,5 литра пива. Блядь. Санёк, он просто с бодуна, поэтому у него так все хорошо получается. Да, Санёк? Ну чё, пойдёмте, я дам награду, денежку тебе. Пойдём. Рано, ребят. Ну я не пизданист там. Пизду, сейчас по асфальту пойду, нахуй, ебало. Куда сейчас пойдешь? Да по асфальту пойду, до дома куда я пойду. Ладно, ребята, короче, если понравился видос, все ссылки будут в описании. Пишите комментарии, ставьте лайки, в общем. Увидимся в следующем видео. Всем пока. Давай, прощайся. Давайте, братаны, блин.